настолько была удивлена, что в таверне «Морской волк» вот такой урожай собрали. Огурец называется «Бумеранг». Форма очень, очень интересная форма. Удобно. А потом, да, что он такой вот формы, его же очень хорошо складывать и в холодильничек вкладывать. Они в такие, уголочек. В уголочек, да, а то бы был вот таких размеров, и куда его не войдет ничего. А это просто прелесть. И повару как удобно. Есть ручка, за которую держать, да, при приготовке, да? Тут вообще очень все. А как вот он, как они смогли вот эту культивировать? А, наверное, формочка есть у них такая специальная. Формочки, да, же сейчас все. Маленький огурчик формочку закладывает, он начинает расти. Вот да нет, это генные инженеры, вы что? Да вы они что? Сразу такие, они же у нас прям вот растут прям на дереве, на огуречном. Вы же видели, да? Без формочки. Нет, без формы. Да, такой прям это самое изначально. Сейчас чудес-то вообще на свете очень много. Наверное, китайский. Таверна «Морской волк», она же в Академгородке, и здесь вот ученые, да, помогли, ученые института генетики, да, конечно. Да, вот. Да, можно хоть как, можно даже весить полотенце на кухне. Да, да, да. Вообще интересно. Прекрасная форма, прекрасная.